Девчат, привет! Ну вот я вам сейчас буду хвастаться. Забрала свой наборчик, свой, забрала заказик вот из этого каталога, каталога номер 13. Так, все, каталог мы убираем. Про подписочку, вот про эту продукцию я вам уже рассказала в предыдущем ролике. Есть еще вот такие вот витаминочки детские. Вот, витамины и мультиминералы вот детские. Так, ну давайте будем теперь смотреть, что у нас в коробочке. Солнышко я на подоконнике снимаю, солнышко светит. Так, естественно, взяла я себе по распродаже интимку, средство для интимной гигиены. Вы знаете, вот это вот средство, их там три было. По распродаже они шли. Так, я сейчас, наверное, даже найду, вам покажу. Пока вы будете вот эту разглядывать, я вам покажу, найду. Вот, вот они, смотрите. Я себе взяла, значит, вот это средство. Вот, их было три с экстрактом алоэ вера, орхидея и с розовой водой. Распродажа. Они стоят 400 рублей, 129, но минус еще 52% мне, как менеджеру компании. То есть, ну, практически копейки все это мне обошлось. Можете посчитать, сколько это стоит. Вот. Что такое средство для интимной гигиены? Это гипоаллергенные средства. Это им можно снимать косметику с глаз, если, например, у вас близко ничего нет, на ватный диск снимать. Этим средством можно купать детей маленьких, младенчиков. Ну, использовать, допустим, его как... Оно гипоаллергенно, то есть оно вообще не вызывает аллергии никакой. Его можно просто вот в какую-то командировку, куда-то едете в дорогу, брать вот одну вот эту бутылочку. Это будет и шампунь, это будет и жидкое мыло, и средство для снятия макияжа, и, в общем, все что угодно. И гель для душа. То есть очень хорошая вещь. Если использовать его только по назначению, то он на самом деле, его хватает очень надолго. Он такой экономичный, и вот этот дозатор, он не выдает много, вот именно порция, самая эта порция. Так, дальше. Я себе взяла жидкое мыло для рук. Тоже оно здесь идет по распродаже. Вот, олива и алоэ вера. Тоже классное такое, очень классный запах. Оно очень экономичное. Оно такое вот густоватенькое такое. В общем, я пользуюсь только им. Есть еще одно жидкое мыло, но вот в этот раз я решила взять вот это вот по распродаже. То есть необходимо жидкое мыло. Вообще у меня стоит и на кухне обычно оно, и в ванной. Вот, ручки помыть на кухне. Так, дальше. Что еще у нас здесь есть? У нас еще была акция. Вот, и по этой акции я взяла себе набор. Вот этот наборчик мне обошелся. Так, так, так. Мне этот наборчик обошелся всего 199 рублей. Вот, смотрите. Ну, он немножко дешевле мне обошелся все равно. Ну, 199. Туалетная вода. Вот это вот гель для душа. И лосьон для тела. То есть это уже готовый подарок. Скоро Новый год. Собираем подарки. Если есть компания, нам дает такую возможность. Одна серия, смотрите, в красивую коробочку упаковали. В общем, запах, конечно, изумительный. Так, дальше. Туалетная водичка. Сирень. Заказали мне. Я ее даже не открываю, потому что мне ее заказали. То есть она мне идет по заказу. Так, идет... Крем для рук, молоко и мед по распродаже. Тоже это все заказали мне, потому что я сама, у меня очень большой запас кремов для рук и кремов для ног. Вот. И я себе в этот раз не брала. На самом деле он очень дорогой. Вот смотрите, он стоит 450 рублей, но в этом каталоге он 99. Ну, естественно, мне, как сотруднику компании, он обошелся. Вот, видите, я не бру. Вот, мне он обошелся, естественно, гораздо дешевле. Тоже это мне по заказу. Мне заказали вот это. Так, теперь тональная основа тоже по распродаже. Тушь. Вот такая вот тушь. Три штучки. Это все заказ, девочки, поэтому я все это не открываю. Вот, и жидкая помада. Тоже помада идет по распродаже. Тоже открывать я ее не буду. Коробочка открывается, она не очень хорошо. Я попробую. О, открылась. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот такая вот помадка, смотрите, коралл. Так, сейчас я вам покажу, где эта помадочка. Вот она, смотрите. Вот, вот такая вот помада. Она на самом деле 500 рублей. В этом каталоге она 129. И вот мне заказали вот эту вот помадку. Вот она идет, смотрите, коралл. Похоже, кстати, да? Очень похоже. Она очень классная, она очень нежная, она очень приятная на губах.
Вот, ну, в общем, по сути, весь заказ. Этот заказ у меня на 256 баллов. То есть получается вот это на заказ, это на заказ, это на заказ. Вот это себе. И, в общем, я потратила на этот заказ, вот так, знаете, навскидку. Я вот, кстати, где-то у меня, не могу найти накладную, наверное, я ее выкинула. Я вчера забрала заказ, просто был вечер уже. Вот, и я вчера снимать не могла, потому что было темно. Вот, я на вот этот заказик потратила, так, сейчас скажу, так, 5 тысяч я заплатила, и я из этого заказа 2 500 я верну. Вот и считайте, вот это вот все мне обошлось, ну, почти даром. Так, вот еще мне пришли каталоги. Вот это вот следующий каталог. Я постараюсь снять обзорчик этого каталога. Просто мы его полистаем и посмотрим, что там у нас есть, какие распродажи у нас там идут. И вообще, я постараюсь даже показать, что у меня есть с этого каталога. Какая продукция у меня есть. Я думаю, что будет интересно. Всем пока!